Ну что ж, давайте мы сейчас запилим новенькую PvP-шечку, тем более давно уже не записывал их. Я хочу, знаете, что делать? Понагибать за ВД-шку. Я сейчас играл одну игру, такая была красивая игра, начал записывать ее. Обоссал там, короче, почти обоссал. Ну, первый раз убил этого Хускара. Что вы думаете? Мразь ливанула. Он просто ливанул, прикиньте. Естественно, я кинул ему репорт. Так жалко. Была такая красивая игра, ну ладно. Безусловно, Вич Доктор это тоже один из моих любимых героев, наравне с Кункой. В первую очередь, потому что он очень стильный. И он интересный, им интересно играть, сам все герои интересны, там, станы кидать. Это же так интересно. Так, против нас стоит будущий труп. Я думаю, что ВД в любом случае должен обоссать СФ. Без вариантов, я думаю. Давайте заюзаем костер. Так, ну-ка, надо еще раз нажать пару раз. Я с первого раза не понимаю просто. А, все, я понял. Ну что ж, Вич Доктор, кстати, я на него, в принципе, делал уже много видосов разных. Последний видос был, зачем Вич Доктору Даган. Поэтому, кто не видел, гляньте этот видос у меня на канале. Интересный и познавательный видос. Убойная сила Вич Доктора, когда у него появляется третий скилл, это... Меледикт. Меледикт. Три буквы. Меледикт. Сейчас, наверное, мы банку кидать не будем. Смысла, потому что нету там всего лишь столько два раза отскакивает. Ну, бессмысленно абсолютно. Рок, рок. Поэтому, скорее всего, мы будем убивать на третьем левеле. Хотя посмотрим. Не будем загадывать. Обычно, когда загадываешь, ты просираешь. Вау! Нифига себе, чудеса матрицы! Вау! Давайте посмотрим поближе Вич Доктора. Какой красавчик. Да, как красивые модели. Warcraft 3 не сравнится никогда. Даже вплотную смотреть, если... Ой. Да, я забыл, у нас уже игра началась. Ах ты засранчик, ты хочешь денайди, да, пес? Ну, нифига себе, ты псина. Ну, давай, просри хп. Нормально, да, я его продамажу? Ой, не смешно, ладно. Я хотел сделать зловещий смех. Говно. Нифига там куски. Говно. Почти, ладно, ладно. Говно. Смотрите, а? Я пошел чисто в размен. Просто в размен пошел. Как же мне больно. Как мне больно, больно. Больно, больно. Ладно. Давайте будем поосторожнее все-таки, я сейчас доиграюсь. Можно, в принципе, уже сносить вышку. Могли убить, вы видели, мог убить. Вот была бы банка прокачанная, а? Было бы больше шансов. Я могу попробовать сейчас его убить. Нифига, ты свой парнишка. Смотрите, банка есть, отлично. Давай, говно, давай. А он в любом случае сдохнет. А, мы вдвоем сдохнем. Ладно, ладно, допустим. Хорошо, ну. Я просто пошел на размен. Но я в любом случае говорю, что у него шансов нет, это 100%. Наш герой миллион раз сильнее СФ. Тем более, видите, я вплотную стоял, да, там. Ладно, ничего страшного, это называется пошел в размен. Конечно, было бы уматно, если бы я выиграл так, в чистую. О, парашник. Эй, говно. Ладно, все, уходим. Ой, как больно. Ой, как больно-то. О, разозлился, парнишка, разозлился. Не забываем, что СФ, конечно, очень сильный дамагер. У него очень сильная атака с руки. Как хорошо добил крипа, молодец. На шестом левеле мы можем его убить просто даже не напрягаясь. Не напрягаясь. Да, больно мне. Кстати, заметьте, мне стало резко больно. Хорошо, ладно, он хочет играть по-жесткому, будем по-жесткому играть. Давай, давай, чувачок. Окей, окей, да, койлы божественные. Одно попадание койлом, нормально. Нам собрать нужно баночку и дождаться шестого левела. На шестом левеле мы убьем это говно 100%. Так, тихо, тихо, осторожно. Давайте. О, он нас пушить, да, решил. Чё он такой
Вот ты. Он и разозлился, что мы начали его убивать. Вот ты какой злой! О, тетечка, о, тетечка. Я на него смотрю, как на ребенка, вот реально, как на ребенка на него смотрю. Но нету шансов у него, нету. Только если я ошибку совершу. Сейчас, может, например, у него попалась хоста, да? Или инвиз. Поэтому мы сейчас отрегенимся. И все у нас хорошо. Качаем сейчас первый скилл. Дайте мне ульту. Давай, братюня, давай, живи. Я говорил, что ему попался, видите? Да. Ему попался инвиз. Но я это предусмотрел. Сейчас быстренько сбегаем на базочку. Возьмем себе быстренько ТП-шечку купим. И, в принципе, можно купить еще варды. Почему бы и нет? Но он хотел сыграть по-жесткому, вы видели, да? У него был малюсенький шанс меня убить. Малюсенький шанс. Ну не сегодня, не сегодня. Ой, что я делаю? Ой, глупец, ладно. Дайте мне шестой левел. Я басу этого говноеда. Опа. Что, не получилось, да? Два крипа просрал. Ну что ж ты такой лох, саный? О, еще крипа просрал. О, слабый СФ. О, еще крипа. О, слабый СФ. О, слабый. Не умеет фармить мальчик, не умеет. Что у нас там? Ничего нету, да? Ну ладно. Можно, в принципе, продамажить это говно просто ради прикола. Ну ладно, не будем тратить ману. Просто продамажили, у нас сейчас есть все, что надо нам. О, какой злой-то, а? О, он очень старается, реально, очень старается выиграть. Не знаю, может он играет на какие-то шмотки, я об этом не знаю, наверное. Наверное, он играет на шмот. Ну что ж ты, что ты руками-то машешь, а? Что-то происходит? Ох! О, мастер Денай, да? Вышел на арену. Окей, ПВП. Давай, говно. И просто уходим. Пока! Живи с этим всю жизнь. Пока! Пу! Изи-бризи! Я говорил, да, что... ВД на самом деле очень сильный герой, и когда мы получаем ульту и кидаем меледикт, или, например, тот же самый Даган плюс меледикт, врагу потом будет наноситься колоссальный урон. Я когда сделал прокаст, я специально ушел пораньше, потому что я знал, что он будет койла кидать. Я когда увидел, что банка остановилась, да, она прыгнула на крипа, на него крип умер, больше банка не прыгала. Я начал сразу уходить, я просто рассчитал, что он умрет в любом случае. Короче, ВД рулит. Если вы хотите играть ПВП на итемы там, да, на вещи, то берите ВД. ВД шикарный герой для ПВП. На шестом левеле практически, ну, любого практически может убить. Любого. Как-то так. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.